Кино на ТВ Рус. А вот что ты будешь делать, если ты в конкурсе победишь? Чу-чу. В Москву поеду. А как же Макс? А что Макс? Он меня сам в Москву выпихивает. Мамочка! У меня просто супер-мега-новость. Ты не поедешь, у меня тут. Мне предлагают работу в Москве. Твоя новость какая? Я теперь главный редактор. Мне договор уже подписал. Хочу представить вам нашего нового сотрудника, Екатерина Федотовна. С этого дня работает с нами. Макс, здесь так хорошо. Я так хочу, чтобы ты был со мной здесь, рядом. Я так скучаю по тебе. Катя, знаете, я хочу быть с вами откровенным. Я всегда видел рядом с собой женщину вроде вас. Господи, как я соскучилась. Скажи, ты уже с ней спишь? Следил за мной? Ты губы-то не раскатывай. Знаешь, сколько таких, как ты, тут было? Любовь – это то, чем иногда можно пожертвовать. У меня в Чеботаревске осталась девушка. Я тебе не верю. Не могу ее забыть, так что я решил вернуться к ней. Я люблю тебя. Выходи за меня замуж. Мария Куликова и Григорий Антипенко в фильме «Допустимые жертвы» в субботу на ТВ Рус.